Девушка по имени Не Санью по характеру властная и злая. И на этом счастье пришлось жениться молодому господину по имени Санюань. Для удобства назову их Саня и Соня. Саньку пришлось взять еще и наложницу, но Сонька с этим не согласна и пырнула ее ножом. Сбежала и прыгнула со скалы, но ее нашли. И то, что она выжила, никого не удивляет. Но теперь она потеряла память. И теперь Сонька пытается вспомнить свою жизнь. Но когда ей рассказывают, какой Мегерой она была, то ей не верится, так как она чувствует, что она другая. И поэтому она пытается загладить свою вину. Санюк тоже видит, что она совсем другая, после падения. Отчего у него наконец-то появляется чувство к своей женушке. И начинает сомневаться, Сонька ли это. Play.